В минувшую субботу за татарским валом областного центра прошли соревнования по автокроссу. 4 класса автомобилей, по 2 заезда в каждой номинации. Жара наложила свой отпечаток на ход гонок. Сразу же после старта площадку окутали клубы пыли. Видна была только машина лидера. Зачастую он и становился победителем заезда в своем классе. Остальным приходилось глотать пыль и следить за дорогой, чтобы не вылететь в кювет. До финиша все добрались не все. Самым зрелищным стали заезды переднеприводных автомобилей. Алексей Писаренко, выступавший за Тамбов, продемонстрировал высочайший класс на необычной для этих соревнований машине. «Хонда» с правым рулем уже в первом заезде оторвалась от соперников на круг. Во втором заезде рычащий японец снова с первых секунд оставил отечественные «девятки» позади. В такую жару как бы все прошло нормально. Как бы, ну, никаких, как бы, машина не грелась, ехала стабильно. Как бы, ну, это дало плюс и шанс на победу, именно стабильность.